Свидание Матисса и Лафи. Че вы, мои сладки? Они хотят быть вместе. Ну, увы. Матисс сейчас на задние лапы вставал, я не успел это увидеть. Снять. Увидеть-то успел, а снять не успел. Вот так вот. Ой. Какие нежности. А я даже не подумал, у них же тут есть вот этот вот предбанник, и он выходит прямо вот. Думал, у них вольеры вообще не состыковываются, я ошибался. Ну чё, мои зайчики. Точно. Вы посмотрите на это. Я спросил у ясеня, не моя любимая. Ну, твоя любимая, чернышка, хотел сказать. Все. С кем поведешь и что называется? Тисик не отходит от своей заюшки. Как же это романтично и грустно одновременно, друзья. Вот так вот. Мне что-то грустно. Не слишком ли безапелляционно сделан вывод об одиночности тигров в природе? Но их давно не соединяли по разным причинам. Я сейчас не буду здесь писать, рассказывать, почему так. У меня у самого четких сведений об этом нет, поэтому я не буду ничего говорить. Может, когда-нибудь в лайве или в стриме. Если появятся какие-то новые сведения у меня, сразу вам их сообщу. Вот так вот они играют. Ой, убежала. Ой, бежит обратно. Забавно. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Как Филипп Пердосович пел в свое время.